Всем привет, с вами Полтим. В этом видео мы поговорим о полезном приложении для студентов. Называется оно «Расписание». Как только вы переходите в программу, она у вас сразу же спрашивает, в каком университете вы учились. Например, я учился в ХНУСА. Это Национальный университет строительства и архитектуры. Мы выбираем его из списка, далее мы выбираем факультет. Допустим, это будет архитектурный, и все, что нам осталось ввести, это название своей группы. Видим, что без проблем она здесь присутствует, и мы нажимаем на кнопку «Начать». Далее нам приложение расскажет о главных преимуществах. То есть это расписание, которое всегда с тобой, которое доступно сразу же в офлайне. Здесь вы можете следить за теми занятиями, которые вам предстоят. Также вы можете общаться со своей группой, и староста будет отмечать все в журнале прямиком в приложении. То есть функционал действительно очень удобный. Чтобы пользоваться программой, вам понадобится регистрация, которая очень простая. И далее мы с вами попадаем в наше расписание. В самом приложении все понятно. Имеется маркировка, где лекция, где практика, имеется время, во сколько начинается какой-то предмет и во сколько он заканчивается, и даже имеются аудитории, в которые он будет проводиться. То есть вы точно не прогуляете, даже случайно этого не выйдет. Имеется календарь, то есть вы можете просмотреть, какие предметы будут в какой-то определенный день. Также имеется виджет, который всегда будет вам показывать, какие предметы вас ждут сегодня. Если вдруг предмет отменили, то вы можете нажать на кнопку «Отменить», и ваша группа не придет на лекцию по философии на час 10. Это действительно удобно, когда все буквально в одном месте. Также вы можете быстренько добавить пару, указав все атрибуты, и ваша группа будет уведомлена о том, что нужно прийти к такому-то времени на такую-то пару. Что касается вкладок внизу, то здесь вы можете просмотреть, кто в вашей группе вообще учится, кто староста, также просмотреть сообщения, которые вы можете отправлять своим одногруппникам, вернуться к расписанию и просмотреть задания, которые будут добавляться в приложение. В общем, приложение must-have для студентов. Если ваша группа еще таким не пользуется, то определенно рекомендуем. Действительно, намного удобнее и более информативнее. На этом все, ребят. Приложение бесплатное в App Store. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. На с вами был AppleTeam. Если впервые, подписывайся на мой канал, подписывайся на мои социальные сети, все ссылки в описании. Не забывай о яблочках. Пока.